решили озвучить, нас попросили, наши вопросы, которые на нашем сайте стоят. Вот у нас сайт тут большой очень, я даже могу показать его, как он, чтобы увидели. Вот он, и вот вопросы. Библейский сайт, вот справа вопросы. Тут я один, никто не приближает, поэтому некачественная запись будет. Ну, пока выбора у нас никакого нету. Вопрос 1517. Шестой том «Открытым оком». Это мои книги, 33 тома. Почему Господь не поразил, как других 3000 человек, Аарона, как изготовителя золотого тельца? Исход 32, 27. И Моисей строго обличает его в совершении великого греха перед народом, а он остается жив и становится первосвященником. Ответ. Очевидно, что у Аарона есть заслуги предыдущие, и он был принужден народом. Не его это было желание-то, а он из всех, казавшихся ему зол, избрал меньшее. Исход 32. И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал Моисею, да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. Они сняли и отдали мне, я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. Моисей ушел на гору. Народ назван буйным, своенравным. Они все время рвались вернуться в Египет. Число 21. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. За 40 дней они вернулись бы обратно. Этим идолам, пока они его отливали, пока праздновали, они были задержаны, народ оставался на этом месте у горы. Попустил меньшее зло, и оно обошлось 3000 убитых. А иначе заплатили, может быть, бы все 600 тысяч. Это все предположительно, потому что Аарон сразу же принес покаяние. А других его не было, ибо кто-то же остался верен прежнему курсу партии быкопоклонников. Партии быкопоклонников. Тут слепилось слово. Числа 14. И роптали на Моисея, Аарона, все сыны Израилева, и все общество сказало их, ой, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Числа 16. На другой день все общество сынов Израилев возроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господень. Деяние 7.40. Сказал Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. Немало значит и то, что они были родные братья, Моисей и Аарон. Ходатайство за родных более искренно. Второзаконие 9. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился за Аарона в то время и за Аарона, и, то есть за всех и за Аарона. Так, когда согрешила Марьям против Моисея, то его ходатайство не было отклонено, но все же она побыла в карантине. А Аарон попал под страшную зависть дьявола, зависть, что вот он теперь остался один, и теперь, не будучи вождем народа, стал полномочным представителем Бога вместо брата. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Эту роль заместителя он нес давно, когда был в роли переводчика перед фараоном за брата, за Ику, Моисея. Так было и с Мариам, числа 12. И сказал Господь Моисею, если бы отец его плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней, вне стана, а после опять возвратится. Второзаконие 24.
Помни, что Господь Бог твой сделал Мариаме на пути, когда вы вышли из Египта. Он отвечал за свою слабохарактерность, что на нем пахали смутьяны. Числа 20. И сказал Господь Моисею Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря, пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилю, за то, что вы непокорны были по велению моему вот Меривы. В случае у Меривы перетянул все заслуги. Вопрос. 518. Шестой том «Открытым оком». Лука 16. Умер нищий, отнесен был ангелом на лоно Авраама. Умер и богач, и похоронили его. В каком месте находится лоно Авраамова? Что это такое? Эти события происходили до сошествия Христа в ад. Если это происходило в каком-то из мест ада, то возможно ли было туда попадать ангелам? Ответ. Сегодняшнее наше знание у Бади нисколько не обширнее, чем у тогдашних жителей Вифании. Был более некто Лазарь из Вифании. А тем, кто там побывал, почему-то так и не разрешено точно описать, что же это такое и где это такое. Иоанн Златоуст считает, что это место мучения находится за пределами Вселенной. Что-то об этом мрачном месте описывается аллегорически, что-то только кромочкой. Пророк Исаия о ком-то говорит, как об упавшем с неба, и потом об Аде и царе Вавилонском. Исаия, 14 глава. Я задержу ее и прочитайте сами. Это большой материал, мне не сподручно считать. Подобен был Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящий тебя всматривается в тебя, размышляет о тебе, тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство. Лоно Авраама – это не место мучения, и притом это сказано в притче. Но до того места отнесен был Лазарь ангелами. Лоно – это место и положение человека, когда кто-нибудь берет его к себе на колени и прижимает к груди. Иногда понимает как бы за пазухой. Когда Иоанна Златоуста спрашивали о месте нахождения пророка Илии, он ответил, что известно из Библии. А чего нет в Библии? О том и не рассуждаем. Это же можно сказать и о другом месте, не менее неизвестном, а даже более загадочном, запредельном. Чего об Аде не написано, о том и не рассуждаем. Но только бы туда не попасть, чтобы и мы не попали, не пришли в это место мучения. Один проповедник с большим пафосом очень красочно описал муки в аду, так что прихожанин сказал другу, похоже, что он только что оттуда вернулся, изображает все в натуральную величину. Вопрос 1530. Шестой том «Открытым оком». Поясните, о каких противящихся говорит псалмопевец Давид? Псалом 67. «Ты вошел на высоту и пленил плен». Принял дары для человеков, так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. Что означает «пленил плен»? Какие дары для каких человеков? Ответ. Это я даю ответ слушателям университета, в школах там. Противящиеся все, кто не принял Бога Отца и затем и Христа в Его откровении. Это и отступники, и охладевшие, затем ставшие врагами, противниками, слугами сатаны. Титу, 3 глава. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы прихоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». 1 Коринфянам 6:9. «Или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни заречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Христос пленил находившихся в плену у дьявола и тех, кто уже находился в преисподних местах, и находящихся еще на земле, но плененных грехом, сатаною. Уверовавшие получают с неба Духа Святого, Утешителя и Руководителя, дар благодати и искупления.
Деяния 2. Итак, он был вознесен десницей Божию, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел, но не с небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Господа, во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ефесянам 4:8. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Евангелие от Иоанна, 14 глава. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Дары сии, дары веры в искупление в крови Христовой, дар исповедничества и благовестия дается только верующим, примиренным с Богом, Отцом через жертву Сына Его Единородного. Не потому ли так бездарно сегодня в церкви, что нет усыновления через искреннюю веру, через личное сознательное принятие Христа, и потому так монотонно, скучно прозябание в церковной среде и такие бесталанные архиереи и священники, что они, не примирившись со Христом, как гласит Евангелие, не получают и дара ликования во Христе, победоносности шествия за Спасителем Своим и пастырем душ. Так, теперь посмотреть, сколько этот весит. Угу, нету. И этот 6. Ну вот как раз тут и будет. Дальше. Вопрос 1526. Шестой том «Открытым оком». Какова была причина появления Лота в Содоме? Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Проповедь или стяжание материальных благ? Почему при отшествии Лота от Авраама он вначале поселился в окрестностях Содома, а далее уже сидит у ворот, как право на то имеющий, то есть член городской власти? Ответ. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Когда между пастухами Авраама и Лота начались неурядицы и земельный вопрос легко мог стать Карабахом, не был решен на низших уровнях, тогда его стали разрешать старейшины, тогдашняя дума. Это может быть единственный случай, когда решалось столь важное дело о жизненном пространстве не силой, не количеством, не законодательными актами и не земельным кадастром, но полюбовно. И при том решающее слово было за низовыми структурами, за муниципальным образованием, а не за центром. Боговдохновенный Авраам нашел точку опоры, вышел на место, откуда было видно окрест на десятки километров и сказал племяннику Лоту, «Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Переселение было чисто из меркантильных интересов, а не из-за спасительной той местности. Лот не искал соседа, а искал пастбище. Богаты же всегда в уважении, а их слова, будь умные или глупые, по первоначалу держатся на плаву. Сирахов 13.
Заговорил богатый, и все замолчали, и превознесли речь его до облаков. Заговорил бедный, и говорят: это кто такой? И если он споткнется, то совсем не свергнут его. Лот, видимо, был добр и покладист, и не брезговал рюмочкой. Может быть, у него были хорошие отношения с окружающими, и его ценили за доброту и мудрость. То, что он сидел у ворот, и не говорит, что это было место советников. Может быть, просто отдыхал на лавочке или вышел побалакать с жителями, побалагурить. На это есть веское предположение, что слова его воспринимались как шутка. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Превозношение иного грозит ему смертью. Превознесение. А после этого и в проповедь вплетаются отзвуки этих прошедших поучительных событий, и проповедь еще шире распространяется на незасеянном участке. Деяние 12. В назначенный день Ирод, одевший царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. Общение с безбожниками, с развратными, матерщинниками, наркоманами, курящими, пьяницами, ворами и другими мерзавцами даром не проходит. Кто прикасается к смоле, тот очернится. И кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. Лот спасся только благодаря милости Божией и ходатайству своего дяди, которого он уже обошел прежде в дележе земли. Повсюду благовест гудит, из всех церквей народ валит. Заря глядит уже с небес, Христос воскрес, Христос воскрес. С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленеет ближний лес. Христос воскрес, Христос воскрес. Вот просыпается земля и одеваются поля, весна идет полна чудес, Христос воскрес, Христос воскрес. Аполлон Майков. Вопрос 1528, 6 том, в Евангелии от Матфея, Матфея 5. Увидел народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря. Почему он восходит на гору-то? Для чего? Почему сел, а не учил стоя, как сейчас принято и у преподавателей, митингующих и прочих учащих? Почему уточняется, что отверши уста свои, учил их? В каких случаях мы можем учить, не отверзая уст? Ответ. Уходил Господь в уединенные места, чтобы никто не мешал вести занятия. Гора – это не Монблан, а холм, более возвышенное место. Отдых. А это и деревья, и тени, и еще-то потоптанное поле. Может быть, это было и в целях конспирации от властей. Туда не просто было доскакать на коне. А идущего видно издали, ветерок на возвышенном месте, пение птиц, и Господь открывался с законом Моисею на горе. Гора – знак неба, о горнем помышляете, а не о земном. И сказал Господь Моисею: зайди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. Псалом 120. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? 122. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Сел, потому что длительное и спокойное учение может быть и с ответами, и вопросами. Это не пустынное место. И было там не полгорода людей-то. Все происходило по-домашнему, как было в кругу друзей. В тогдашней же Греции был обычай, чтобы учителя сидели, а ученики стояли. Смотри житие Арсения Великого, 8 мая, страница 247. Случилось однажды, что Феодосий, император, пришел к ним в училище неожиданно во время обучения. Увидев, что сыновья его сидели, а учитель их Арсений стоял перед ними,
Феодосий весьма опечалился. И сказал Арсению: «Разве я так приказал? Не сказал ли я тебе, чтобы ты считал сыновей моих учениками и чадами своими, и не обращал бы внимания на то, что они царские дети?» Феодосий снял с сыновей своих знаки царского достоинства и насильно посадил Арсения на престол. Сыновей же своих заставил стоять перед ним. И с тех пор он поступал согласно его приказанию, поучал сыновей царских сидя, в то время как они стояли перед ним. Учить можно, не отверзая уст, то есть письменно, на машинке, на компьютере, печатать и издавать во всех типографиях. И все это делать с замотанным ртом. Можно учить и примером, и жестами. Вот такое дело. Так, посмотрим, какой величины он у нас. 9 как раз. Вопрос 1847. Седьмой том «Открытым оком». Могли ли бы вы показать на определенном примере житий святых, что они не знали Писания, хотя там и написано, что они разумели Библию? Ответ. Библию вы выращивали кому как удобно было. Главное, чтобы только не следовать Христу, а следовать за своими настоятелями и в горы. Отречься от имения и раздать его – это усвоили хорошо. А узнать путь Иисуса, чтобы пойти за ним – в этом надобности и не было. А Господь переходил с места на место. Апостолы из одной страны и другую шли, и проповедь о Христе была их главной обязанностью. Следование за Христом – это не только соблюдение кротости и молчания, но главное – следовать по пути высева проповеди о Спасителе и распространении его учения. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Житие Александра Неусыпающего, 3 июля. Будучи еще в юных летах, он приходил для образования в Константинополь, где, довольно поучившись, приобрел значительное познание в науках. По достижении же зрелого возраста поступил в военную службу и впоследствии был военачальником. Любил он на досуге от служебных дел своих читать книги Божественного Писания, потому что был добродетелен, честен, постоянен, богобоязлив и украшен целомудрием и воздержанием. Прощая Ветхие и Новые Заветы, он углубился своей мыслью в евангельские словеса, реченные пречистыми Христовыми устами. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Размышляя о сем и твердо веруя в Слово Христово, начал продавать свои имения, которых у него было довольно при его высоком служебном положении, и полученное за них раздавать нищим и бедным. А сам возымел уже непременное намерение отречься от мира, от всего мирского и быть подражателем Христу. Слышал он, что в Сирии обитают святые мужи, проводящие богоугодную жизнь в киновиях, и пожелал идти туда, сложив с себя звание военачальника и оставив друзей своих, дом свой и рабов своих, и отложив всякое попечение о житейском, пошел в Сирию. Достигнув киновии, в которой авой был преподобный Илия, он умолял своего отца принять его в число иночествующих братьев. Будучи причтен к лику иночествующих, 4 года прожил он в этой киновии, ревностно исполняя все возлагаемые на него послушания и упражняясь, кроме всего, в посте, денно-ночной молитве и в чтении книг. Более всего желал он проникнуть в разумение псалмов Давидовых, желал уразуметь силу каждого стиха в псалмах. Случая недоумения, спрашивал он опытных о непонятном и усердно молился Богу, да просветит его разум к пониманию божественных писаний, что и получил по благодати Святого Духа. Так что впоследствии при чтении Божия Слова он уже находил полное услаждение и умиление в своем сердце.
Никандр, 24 сентября. Никандр родился в 1507 году и с самого раннего возраста благодать Божия почивала на нем. Еще в молодых годах он просил родителей своих отдать его в научение Божественному Писанию. Лишь о том сильно скорбел Никандр, что он не вполне хорошо был научен Божественному Писанию. Посему юный подвижник горячо молил Господа и учителей всех, чтобы он просветил мысленно его очи. И вот, наставляемый Духом Святым, он опять отправился в Псков. Здесь встретил Никона один благочестивый муж по имени Филипп и принял его в свой дом для работы. Видя великое желание Никона разуметь Священное Писание, Филипп отдал его в учение к некому диакону, славившемуся своими знаниями и мудростью. Часто и усердно молился святой, говоря: «Наставь меня, Господи, правдою Твоей, и вразуми меня научиться словам Твоим». И человеколюбец Бог услышал горячее моление смиренного раба своего. Он открыл Никону ведение Божественного Писания, излил на него благодать свою, даровал ему дух разума. Так что все дивились тому, как скоро и как хорошо Никон изучил Писание. Как огонь очищает золото, так и несчастье очищает еще более, возвышая человека. Амфилохий, 23 ноября. Младший сын его, пришедший в возраст, сначала выступил оратором и адвокатом, но еще с юных лет он возлюбил Бога паще всего, и потому вскоре, по убеждению святого Григория Богослова, избегая мирских тревог и суеты, удалился в пустыню, где и стал проводить иноческую, строго подвижническую жизнь, усердно служа одному только Богу. Здесь занятости его были молитвы, чтение Писания и пост. Вопрос 1849, 7 том. Знали ли пустынники содержание Библии, любили ли драгоценное Слово Божие? Почему же у них так много было совершенно не по Слову Писания? Ответ. Это меня очень занимает. Часто говорится, что они занимались Словом Божьим, изучали Писание, а сами шли в пустыню, когда Слово Божие посылает всех уверовавших к людям. Какое-то всеобщее помрачение наступило в церкви со времени объявления христиан с официальной государственной религией. Библию оставили, а стали искать по пустыням мудрость у тех, кто Библию не знал. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Мария Египетская, 1 апреля. Главная и постоянная пища их была Слово Божие, а тело они питали хлебом и водою, насколько каждому позволяла любовь к Богу. Поверила, ушла в пустыню и там пребыла до смерти 47 лет. Так зачем же придумали это слово про Писание-то или не обдумали? Тогда не обличало бы их так явно написано ими же и самими. Милане, Римлянам, 31 декабря. Иногда она занималась переписыванием книг, так как она писала очень красиво и без ошибок. Иногда изготовляла одежды для нищих. Переписанные книги, и она отсылала на продажу. А вырученные этим трудом деньги раздавала нищим. Усердно занималась она и чтением Священного Писания. Когда руки ее уставали от работы или от письма, то она упражняла в чтении и как бы задавала работу очам своим. Если же и глаза ее уставали от долгого чтения, ей помогал слух, потому что она приказывала другим читать, а сама слушала. У нее был обычай ежегодно, трижды прочитывать Ветхие и Новые Заветы, а наиболее важные места она удерживала их у себя в памяти и постоянно имела на устах. Спала она ночью едва 2 часа, и то не на постели, а на земле, на худой рогоже. Она говорила, что всегда нужно бодрствовать, потому что не знаем, в какой час придет вор. Неверующим разве можно верить, не ожидающему Божьего суда, что для него карман, запоры, двери, кто не берет, то для него чудак. Легко соврать, состроив хитро мину,
войти в доверие и душу обокрасть. Какой тут грех? Он так и учит сына, и будет прав, сославшийся на власть. Что все обманывают, лгут без передышки, где и без пользы, даже и во вред. Но врут, толстеют тощие сберкнижки, и через день исчез из памяти и след. Ты так и рассуждаешь, в школе нет ответа после смерти на деяние. Заложенные слова, подделанный билет. Тогда хватай и жри, пока не сгинешь в яме. Неверующий совесть зазирает, с бесстыдством обручившись в колыбели. В любом грехе все подберет до края, с азартом лает сучка и кобель. Не верит он, и веры недостоин, им главное, чтобы выгода была. Да пусть весь мир сгорит или утонет, им лишь бы пенсии и несколько зарплат. В суде он лжет, и суд ему поверит. За лжесвидетельство не будешь же казнить. Здесь человека нет, ползут скоты и звери. Урвать у ближнего, добраться до казны. Им верующий всюду обличитель, и не словами даже, а в поступках. Вы, правдолюбцы, сгиньте, замолчите, от вас уже смердит и запах трупный. Правители заманят и обманут, загноят в гулаге, в ссылке заморозят. Свободой братцам за собой поманят, где в Бога веры нет, там смерть и слезы. 24 сентября 2003 года. Я говорил не один раз, что если хотят поправить дело, то нужно всех судей неверующих убрать, а поставить только верующим. Пусть это будет православный, католик, баптист, мусульманин, но только чтобы он верил, что будет возмездие за гробом. Вы не думайте, что мусульманин будет судить христиан по Корану. Он будет судить по государственным законам, но он будет судить по правде. Вот это и хотел просто напомнить. Вот смотрите, я показываю сейчас, это мое стихотворение здесь. Ну, стихотворение, я их не называю стихотворением, называю проповедью стиха. И напротив каждой строчки, а все стихотворения у меня по 9 куплетов. 36 строчек, 9 и 4, 36. И напротив каждой строчки показано место писания сходственно, или откуда взята мысль. Мне пишут, которые стихи говорят, первый раз видим, как это красиво. Хотели бы написать, говорят, но писания не знаем. Но у меня некоторые считают и говорят, чтобы прочитать ваше стихотворение, нужно 20-25 минут, а то и 30. Я попрошу всех, кто знает, знаком с поэтами, еще кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, у русских или в другой стране, ну, в пределах 5000 лет, писал или нет вот так. Это тоже новинка, которую дал мне Господь. Вот говорят, а почему там я вторгся в блаженного Феофилакта? Ну, потому что расширил, комментарии дал. Канон Андрея Крицкого возвел его на 2-3 ступени. Надо быть религиозно талантливым, не мертвым, не стоять на одном месте. Богу нашему слава.